Одна из главных улиц, там вход. Вайл с путешествиями, приключениями и всем остальным. Человек, который был на сплаве, он не боится таких аттракционов. Все сделано очень атмосферно, корабль здоровый. Да о чем тут говорить, друзья, посмотрите. Замок Золушки. Та-да-та-там. Та-да-та-там. Та-да-та-там, та-да-та-там, та-да-та-там. Друзья, как это приятно и мило со стороны Диснея стоять в отдельной очереди для владельцев карт отелей. Ну да ладно, ибо у центрального входа там очередь, наверное, на 1,5 часа. Ребятушки, мы пробрались в этот замок. Всего-то нужно было показать карту, и все, вы внутри. Ульянка убежала фоткать замок, она еще ни разу не была в Диснее, а я наслаждаюсь. Я обожаю эти парки, это моя страсть. Я где-то даже говорил, что мог бы всю жизнь поработать в таком месте. Это мне приносит нереальное удовольствие. Не знаю почему. Я люблю аттракционы, люблю помогать людям, люблю как-то быть вот в этой вот системе аниматорство, знаете, я бы даже сказал. Это круто, когда ты делаешь людей чуточку счастливее в этом сложном и не таком добром мире. Одна из главных улиц, там вход, Микки Маус, все дела, магазинчики какие-то, красота. Все, погнали быстрее. Пока не запустили народ, как говорится, нам надо куда-нибудь встать, на чем-нибудь прокатиться. А то потом будет очередь по 2 часа. Ребята, это Китай, это Шанхай, это Диснейленд, это воскресенье. Никаких ожиданий, бежим. Друзья, куда мы идем? Конечно же, Wild с путешествиями, приключениями и всем остальным. Пока никого нет, куда же еще идти, как говорится? Тут каноэ, индейцы, водопады. Похож, кстати, там парк один на Йосемити, который на маковской заставке. Будем кайфовать. Барабаны уже слышу, что-то африканское, островное такое, знаете даже, я бы сказал. Разные шоу тут, огненное шоу и так далее, и тому подобное. Как всегда, друзья, атмосферная очередь. Пока стоишь, можно любоваться. Нас пропустили, как говорится, привилегированно. 15 минут всего ждать. А вообще тут надо часа 2 ждать обычно. Вот такая вот очередь. Красота, в общем, ребята, красота и благодать. Но все почему-то в дождевиках. И это водный аттракцион. Я догадываюсь, почему они в дождевиках. Ну, провокать так провокать. Не зимой же. Такие фены стоят. Все продумано, ребята, все серьезно. Ну что-то пока, ребята, все спокойно. Просто кружимся, как на какой-то детской карусели. Не знаю вообще, чего тут бояться, зачем дождевики нужны. Я был на сплаве, ребята. Человек, который был на сплаве, он не боится таких аттракционов, он не боится намокнуть. Пожалуйста, у нас в основном китайская компания. Там какая-то лодочка. Опа, ребята, я вижу что-то непоправимое. Горочка. Ребята, мы еще будем подниматься. Я не сказал об этом Ульяне. Я сам это не знал. Но так вот. Что ты знал? Йоу. Это водная американская горка, друзья. Йоу. Увидимся наверху. Будет весело. Ну, ребята, что-то как-то немножечко, как говорится, покрутимся. Покружимся, ребята. Мне не нравится этот звук. Йоу, погнали, ребята. Ребята, забудьте о том, что я говорил. Я уже весь мокрый. Ребята, это же... Ребята, становится темно и страшно. Ребята, нет. Блин, это жестко. Нехороший звук. Йоу, ребята. Это было очень круто.
Крутяк, друзья, смотрите, гейзеры. А вот и сам замок, ребята, вдалеке. Ну а мы сейчас будем падать. Ну ладно, как говорится. Ульян, ты как? Что? Что? Ну как бы да, вон там. С Богом. Мы выжили. Все. Ну еще, как говорится, немножечко сейчас обольет. Мы в пиратском лагере. Все сделано очень атмосферно. Корабль здоровый. Да о чем тут говорить, друзья? Посмотрите. Тут же пиратское шоу, скорее всего. Такая шхуна стоит, я бы сказал. Один из моих любимейших аттракционов в парке Диснея. Это, конечно же, аттракцион с пиратами, который я вам покажу попозже. А сейчас мы идем на шахту золотую. Жестко тут все. Как-то все серьезно. Пресвятой Нептун. Или святая тряпка Нептуна. Вот он, аттракцион с пиратами, но мы на него пойдем попозже. Как ваши ощущения? Его величество замок Золушки. Ну или не Золушки. Чей это замок, Ульяна? Мой. Мы пойдем сейчас его обследуем. Замок заказывали. Витражи какие-то красивые. Китайцы. Все как надо, мы же в Шанхае. Как и должно быть в самом порядочном замке, тут всякие сувенирчики продаются, платья, татуэтки, витражи, и все это связано с замечательными сказками. В
прекраснейшая мозаика. Аллигатор. Там Frozen, тут рыжая бестия. Не смотрел, надо посмотреть. А, это Рапунцель. А, точно, вижу волосы. Ha ha ha!
территория игрушек. Thank you.
Все, блин. Как тебе? Я хочу сделать фотку. Пали просто к шляпнику на чай, друзья. Пирожочек с черникой, пожалуйста. Чайничек сложно открыть. Посмотреть. Красотишечка.